Молодец, сидел, тормозил, блядь, целый час. Пил. Hold on, Kirsten. Holland. And then here, 69.8. Okay, face to face. But the jongens moeten even it's okay. Hang on. Make a shot, please. 73.9. 73.9. Лидеров. Потому что сегодня у нас больше всего побед у команды Red Devil. 11 побед. Из прошедших трех турниров, где они участвовали. И у команды Голландии тоже 11 побед. И, в принципе, нашей питерской команде Red Devil надо всего 3 победы, чтобы, в принципе, быть в финале. Our teams will do. And as you already mentioned, in addition to the L1 Challenge Fights, we, of course, have a number of very exciting super bouts. We have Alexander Timonov against Gilbert Eiffel. We have, of course, Alexander Emelianenko. I've made a few. I've had my shares and lifted my pace, but I've been turned. We are the champions, my friend. Встречайте спортсменов сборной Голландии. Богдан Кристея, Романо Девос, Джейсон Джонс, Камил Юджун и Джесси Гибс. Встречайте спортсменов команды Центральной России Red Devil, Михаил Малютин, Эрик Аганов, Дмитрий Самойлов, Михаил Заяц и Кирилл Сидельников. Что испытываешь, какие чувства? Да, испытываю, как всегда. На ринге побеждают всегда только сильнейшие. И нельзя сказать, что плохие соперники или что-то. Здесь только лучшие. Собраны все лучшие из лучших. Так что всегда на ринге есть моменты, когда один проигрывает, другой выигрывает. Вот и все. Отлично. В этот раз оказался я сильнее, конечно. Спасибо большое. Не за что. Вот так давай! Try.
помогло тебе победить? О чем ты думал во время боя? Наверное, воля к победе, чтобы команду не подвести. Ответственность большое чувство. И как бы до этого, в этом же, по-моему, зале мы дрались с японцем. Я немножко был не подготовлен и проиграл японцу. Так как голландец выиграл японца, у меня, как сказать, принципиальный бой был именно выиграть его, чтобы доказать японцу, что я был не в форме, когда ему проиграл. Еще и молитва семьи. Да. И то, что мой сын вчера буквально звонил и говорил, что Боженька, дай папе силы, чтобы победить. Скорее всего, это большая победа. Большое спасибо, Ансар, удачи. Лесик, скажи, что помогло тебе выиграть? Помогло подготовка в легионе, а также мы поехали в Редиевку. И там тоже поднял выносливость, много чего узнал для будущего. Спасибо всем, кто сегодня поддержал. Спасибо тебе. Все, Лесик. Удачи.